Всем привет, с вами Армянский пирог, и сегодня будем готовить шашлык из баранины. Сейчас мы уже добавили угли, наш мангал, бумагу, рожек, и сейчас мы подожжем. Сейчас уже потихонечку наши угли горят, и потом уже будем насаживать мясо на шампуры. Дорогие друзья, сейчас мы потихонечку будем готовить еду, но у нас план действий поменялся. Сейчас мы первым делом приготовим чевапчичи. У нас тут есть чевапчичи. Сделаем это все на решетке, потому что погода портится потихонечку. И чуть позже мы уже приступим к нашей баранине. Да, Даша? Угу. Где у нас воля горячая? Ну вот, наверное, минут через 15 будет готово, как ты думаешь? Да. Давно их, кстати, не ел. Скажите 100 раз чевапчичи, и чевапчичи будут готовы. Чевапчичи. Вы тоже сказали 100 раз чевапчичи? А я да, и они готовы, смотрите. Переворачиваем. Ох, какие они сочные. Какие они вкусные. Я думаю, вы тоже запаслись вкусняшками, как и мы. Будете с нами обедать или ужинать. Чевапчичи были очень вкусные. Жалко, вам не показали. Сейчас приступим уже к нашей курице. Это супер рецепт замаринованный. Супер рецепт от армянского принца. Да ладно. Сейчас мы их скомпинуем. Нет, ты их раскладывай прям. Можно даже близко. Папа долмио, я думаю, не будет виноват. Виноват. Ругаться. Добавим щепотку соли. Вау, круто был. Это какой-то секретный армянский рецепт. Да. Там много, нет соли? Да, она испарится. Да, она с соком уйдет. Я бы сюда еще сверху положил свежего карпа. Живого. А знаешь, кстати, вот так карп очень вкусно будет. Ну вообще да, не спорю. Да, вот так его прям почистить, раз, порезать. Ну, у нас вот так там вдоль. Есть? Можно достать вот так, так и две половинки положить. Да. И будет так, вкусно. Добавляем нашу вторую решеточку. Ой, мне там. Ставим нашу курочку на мангал. Наверное, минут 15. Через минут 15 будет готово. Забыли, да. Что можем мы забыть? Угля добавить. Но это потом. Но это уже потом для шашлыка. Да, для шашлыка, да. Ставим наши шампуры. И уже наконец-то. К чему же вы пришли сюда посмотреть? Приступим к нашей барашке. Крылья барашка. А? Крылья барашка. Ох, какой, смотри. Живой еще. А? Много его тут, скажи, килограмм. Килограмм 5-4, может быть, килограмма, да. Скорее всего, 4. 4 килограмма, да, барашка. Хорошего такого мяса есть, да, жиры, но смотри, блин, кусочки-то хорошие какие. Вот, ну что, друзья, давайте приступим к насаживанию наших маленьких ребят. И насладимся. Ох, да. Обожаю, кстати, тот момент, когда уже, знаешь, угли прожарились, то есть угли уже горячие. Курочка наша готова, посмотрите. Сейчас мы уже переходим к нашему барашку. Добавляем. Это закадровый автор нашего видео. Добавляем
Будешь этот невеста делать шашлык, меня позови, да? Чё ты чё совсем? И потом палочку перевернуть надо будет. Переворачиваем вообще. Барашек. Теперь, дорогие друзья, секретный ингредиент. Не икра, конечно, но приправа. Домашняя приправа, я так могу сказать, да? Дома выращенная. Какой хороший, смотрите. Ой, мама Джан. В Армении все обзавидовались бы. Сказали, где такого армянина потеряли? Ну что, ребят, мы можем потихонечку. Люди, Борис, поможете мне перенести шампуры? Да. Так, переносим нашего барашка. Ох, короче, это как. Ух, ёпси, клюет меня. Так, выйдите. Потихонечку наш шашлык уже готов. Дарья Дмитриевна уже укладывает на стол. Что скажешь? Готово. Честно говоря, да, получилось очень вкусно. Вот у нас еще готовится здесь шашлычок. Ну вот и все, вот, ребят, шашлычок готов. Попробуем. Ну я. Очень вкусно получился. Пойдемте. После вкусного обеда неплохо бы издремнуть. Кстати. Не забудьте поставить лайки, подписаться и написать комментарий, что бы хотели бы увидеть, чтобы я приготовил еще. Надеюсь, вам понравится. До свидания.